Так, ну что ж, смотрите, вот здесь вот в свое время ездил трактор, а здесь вот следы. Они ехали туда вот, вот дорога идет. Ну, вернее, здесь нет дороги, здесь техника тяжелая ездила. Вот туда вот. И здесь вот видно, сломали они деревья вот эти вот. Здесь березы росли, полностью этот, вот видно следы. Вот, техника шла. Рубили полностью лес. Вон тоже поваленные деревья. Это вот этот застройщик, который сейчас краны навтыкал здесь вот. Сейчас я покажу вам дальше. Ну, здесь вот видны следы техники. Вот. Вот здесь вот видите, видите, смотрите, что. Все в бок отправлено вот. Сломанные деревья лежат, видите, рубили полностью. Вот. Вот следы техники. Ой-ой-ой. Уже майский какой-то шмелили. Вон, видите, да? Вот следы четкие вот здесь видно. Аж какой-то грейдер шел, похоже. Нормально природу топтали. Кто это вот сделал? Всем пофиг. Вот смотрите, что дорога. О, что делали. О, дорога, видите, застройщики какие у нас. Все деревья вон вырублены. Вон. Вот деревья, смотрите. Тут тоже вон. Вот так вот у нас деревья все и погибают. А то вот дома потом прикрываются они с хранением природы. Вот и все их сохранение. Вот техника сюда все ломал, ходил. Все это уничтожение такого слоя природы. Вон, следы, пожалуйста. Вот вам и все тупое обещание властей, что здесь будет парк, что здесь будет, не будет уничтожения природы. Вот смотрите, не будет уничтожения. Оно уже началось. Сюда даже ездили вот. Сейчас дальше посмотрим, я вам тоже покажу. Последствия-то вот это вот прикрытие. Сейчас пойдем туда дальше. Сейчас я туда вон пройду немножко, покажу. Сейчас смотрите. Вот давайте, вот здесь тоже смотрите, сломали. Вот видите, растения были. О, господи, вот это да. Вы только посмотрите на это. Вот они, последствия, вот. Ой, вот это уничтожение капитальное. Смотрите, деревья все спилены. Что это такое? Здесь еще полный этот, смотрите. Ой-ой-ой-ой, все смешали. Кошмар. Ну что это такое? Вот она. Для кого-то счастье, а для кого-то несчастье. Перемесили все, как в это, говнозем какой-то сделали. Скорее всего, здесь будет, наверное, какая-нибудь парковка или еще что-то. Вот потом посмотрите мое видео через какое-то время. Вон там я трубу какую-то вижу вдалеке, вон. Черный из земли выходит. Давайте немножко вперед пройдем. Потому что здесь нельзя было оценить масштабы действия, которые были зимой. Но сейчас я вижу, просто на катастрофу уже смахивает. Здесь же была вода раньше, да, и лес. Лес, и сейчас он полностью все уничтожили. И просто, видите, ради вида. На что вида? Вот на эти березы остатки. Потом мы их, наверное, под корень. И здесь все сломали. Это просто выкорчили. Посмотрите, здесь были вот деревья. Здесь просто все перемешали. Вот здесь еще снег, а это грязь, вернее, уже не поймешь, что. Здесь просто вот, смотрите, все деревья, огромные были деревья, вот. Их просто под нож пустили. Вот, смотрите, какие деревья были. Просто варварские уничтожения. Вот кто за это заплатит, вы мне скажите, вот. Такую площадь у нас до мегастроя. Все об этой. Здесь, наверное, целый этот уничтожили. Пустыня стала натуральная. Пустыня. Вот так вот.
Сейчас я фотки наделаю, потом посмотрится. А то краны-то что стоят, краны.